Опа, убиваю того, слышите? В автобуске челик с РДХой, кстати, по-моему. Блять. Чел стоит у автобуса. Так. Что-то патронов мало взял, кажись. Не докину, наверное, я. Воп. Ёб твою мать. Хороший вы, блядь, человек. Почему боты ко мне идут? Я что, топорист, пистолетчик? Взорвал. Мандалорец. Так. Платник, что ли, бегает? Платника или нет? Да, он деньги заложил. Так, машина уехала. Типа я спугнул. Теперь осталось его найти. Что, с крыши разыграть его? Блин, как он не умер? Столько по ногам ему дал. Найс. 64-й. Нормально. Не, чат не соврал. На таможне одни нубасы бегают маленькие. Одни новички на таможне, чат. Кошмар. Делаем. Это тактика, сынок. 60-й, еще один 60-й. Чап. What the fuck? Локовский магазин. Короче, нормально, пойдет. Что там выхода у нас? Нужны с расстояния стрелять. Ну, такое себе.
Берешь шрапнель десятку и уничтожаешь все, что двигается. Все, что не двигается, шевелишь и уничтожаешь. Ну, пятеро. Левелы, как вам? Чат, вы обманули меня. Где новички на таможне? Я поверил вам. Че, они не дошли еще, что ли? А? Мосинка, что ли? Так. Мосинка, да. Я кого-то слышал, да, наверху чел. Режим огня переключил, слышали? Все, словно Бэтмен скачешь, чел, блин. Там чувак лежит под фигней, видите, он там, как будто там тело лежит под поездом, ой, под этим, под вагоном. О. Классные перила. Первый уровень? Это баг, да, какой-то? Не может быть такого, чтобы у него жетон был первого уровня. И написано просто beer. То есть пиво с английского. Как бы хер с ним. Новые локации и вот это все. Ну, вместе с вайпом, да, например. Но новое оружие это нахрена с вайпом добавлять? Они за полгода, блин, рисуют два новых гана. Ну, серьезно, блин. Им самим не стыдно? Ну, не смешно над собой? Двадцать третий. Броню ему уничтожил, блин. Блять. В итоге, что, я сюда из-за одного фрага пришел? Они все погибли тут уже, блин. Он, кстати, по трупам, походу, стреляет. Не пойму, где он. На мосту или дальше? Там еще и М-ка. Один справа, один слева. Вот тут, видите?
Давай. Ох, ёб, граната! Боты, ну постреляйте по нему, ёкарный шашлык, блин, что такое? Вот и все, блин. Так. Оу. Вот что это был за звук, оказывается. А хамс так звучит красиво при выстреле. Я слышу какой-то звук незнакомый. Поэтому он и стрелял по трупам. Потому что у него тип лаг, и он не знал, живые они или нет. Ему ж не видно там. Он видит засвет, стреляет по нему просто и все. Так. Бегает внутри. А за ним двойка. Выходит справа от здания. Понял. Да. Что, блядь? Читайки, что ли? Да, в голову сразу. Никшот какой-то. БПшка, Петр, опять. Да ладно. Проверим, читак нет. Ну чё он там? Читачок реально, что ли? Видит меня и не идет. Но у него нет просто по мне инфы. Мне интересно, он с читами или нет. Да, он с читами. А я с читами с рождения. Сорян, чел. Первого стер. А первый и был, походу, читачок. Ник Шорт. Да, четвертый уровень. А, хотя да, кстати, может быть, я КСУ. Тут 105-й, я КСУ. Ну, это читак был. У него прицельных приспособлений нет, про меня инфы нет. Они типа... С климатора вот. Да, да. Представь, что он вышел из-за угла, за здание справа. И тут же в голову мне дал. Они специально не шли, знали, что я тут. Но все-таки подошли, но кинули мне под ноги гранату, блин. Все равно обосрались с читами. Пятый и четвертый уровень. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.